Всем привет, друзья! В общем, сегодня я поехал на рыбалку на водохранилище. Сейчас вы видели дорогу, как я туда ехал. Вроде бы пока ехал, все было нормально, ветра особо не было. Кайфово, думаю, о, наконец-то порыбачу на водохранилище нормально, спокойно, без ветра. Но нет, как туда доехал, начался ветер очень сильный. Я там чуть-чуть покидал, все, хотел судачка половить. Целенаправленно поехал, набрал всего очень много для ловли судака. Но по итогу не судьба, видимо. И приехал вот сюда. Ветер здесь также дует, но здесь он намного слабже на речке. Прокатился недолго, так посмотрел места. Народу нет, будний день. Например, через пару дней, наверное, здесь все будет заставлено народом. В общем, покатался по берегу, поискал места. Нашел вот такое более-менее интересное место, где нет и сильного течения, где деревья есть. Правда, машину кое-как ровно поставил. Ну и то не ровно, она чуть в наклоне получилась. Ну просто я в машине же сплю, чтобы было удобно. Сейчас и так туда-сюда катался, чтобы ее ровно поставить. В общем, вот такое место. Вот здесь я сегодня и завтра буду рыбачить. Вот так вот. Здесь вот основное течение чуть подальше. Вот там перекат. Можно будет пробовать там жереха ловить. Вон там чуть дальше идут крупные перекаты. Тоже туда схожу потом жереха половить. А здесь поставлю закидушки. Просто дело все в том, что я закидушки не готовил. Кукурузы не брал с собой. Во-первых, я вчера катался по тем местам, где продают кукурузу у нас. Все было закрыто полностью. Не удалось мне приобрести. Купил обычную консервированную в банке, в супермаркете. Вот это все, что у меня есть на сазана. Но все равно я закидушки соберу, поставлю. Ну, а также фидер, поплывочка. Ну и жерех на спиннинг. Кстати, может быть даже и судак здесь. Не знаю. Или вот там. Там каменная такая гряда идет. Посмотрим. Я пока здесь первый раз не разобрался в этом месте. Сейчас потихоньку, не торопясь, разложусь. Соберу донки. Заброшу. Ну и под вечер пойдем жереха пробовать таскать. Ну и там за перекатиком водоворот, там можно карася половить на поплавочку. Все, в общем, начинаем. Поехали. Ну что, в общем, сейчас дул ветер, постоянно раздувал. Не знаю, вроде бы чуть-чуть утихомирился. Даже солнышко вылезло. Но там все равно тучи есть. Возможно, они придут сюда. Вот так я расположился здесь. Собрал 4 донки. Но, как я уже говорил, кукурузы у меня нет нормальной. Есть вот такая вот баночную, купил консервированную, но она мелкая. Ее, в принципе, на донки ставить смысла нет, потому что карась будет сбивать очень быстро. Не знаю. Посмотрим, в общем, как быть. Здесь чуть-чуть берег загаженный. Чуть-чуть надо прибраться. Все в одно место куда-нибудь. Короче, сейчас я найду, где взять кукурузу нормальную, вареную, чтобы у меня карась ее не сшибал постоянно с крючков. Ну а пока все равно на эту поставлю. Вы видели, плещется. Вот рыба здесь есть. Сейчас будем ловить. Вот солнышко вылезло, заиграла рыба. Сразу тепло стало, я вообще в куртке ходил. Потому что, блин, очень холодно было. Ветер холодный. Все, погнали расставляться тогда.
люди разговаривают на другой стороне речки. А как будто бы прям на этом берегу разговор слышен. На эту кукурузу только на удочку ловить. На донку она не пойдет. Попробуем. Ну что, пойдем жереха проверим, есть он здесь или нет. Вроде бы кто-то плещется. Я опять все вот так скидал в палатку, кстати. Закидушки я здесь же собирал. Сидел, от ветра прятался. Сейчас хочу... Если жереха поймаю, мужику предложу на кукурузу поменять его. Такую небольшую хитрость рыбацкую. Худой карась какой-то в этом году. Эй, блин. Ну что, проверим. Эй, головастик. На чё? На ратлин. Меняю на кукурузу. Да не, это совсем мелкий. Куда его? Чё это такое? Ну, их, похоже, здесь полно. Я так понял. Я его пока тащил, за ним еще целое стадо. Да ты че? Плыло. Отпускать хочешь, или? Конечно. Его надо отдать. Я вам сейчас еще поймаю, я же говорю, на кукурузу меня. У меня тоже есть. А что, зачем такой мелкий? Это ж совсем одни кости там. Мелкий. А, плещется. Кого надо ловить. Почему? Да, какой там? А? Какой там? Вечером попрет он здесь. Я не только первую, я и последнюю отпускаю, и первую, и нормально всегда. Вот здесь, блин, кто-то шевелится, прям вот здесь, в струе.
Его там полно вот такого, его прям видно, он вот эти вот разводы толпой стоит. Ой, что заберете? Ох ты! Нифига себе! Он, по-моему, и так бы оттуда выпрыгнул, что мне так кажется. Ничего себе он. Шустро. Ладно, сейчас еще поймаем. О, этого и пожарить можно. Да. Нормальный. Стоять. Ага. Вот это вам за кукурузу. Куда его? Он же выскочит же 100%. Бля. А так сдохнет. А так сдохнет. Сейчас пойду на дальний перекат, там попробую, может быть, там жерех лучше ловится. Сейчас посмотрим, пойдем, а потом пойдем на удочку ловить. На донке я пока особо не рассчитываю. Одел сапоги резиновые, пойду на дальний перекат, схожу. Там похоже, что резиновые сапоги пригодятся. Потеплело, смотрите, буквально полчаса прошло, небо разъяснилось. Вообще, если честно, у меня сегодня настроение уже было такое, знаете, с утра подпорченное. Когда я приехал на водохранилище, и там ветер вот этот, невозможно рыбачить. Уже даже были мысли такие, что домой поехать. Но все-таки решил продолжить свою рыбалку, поиски. Приехал сюда и нисколько не жалею. Блин, на самом деле такой кайф, так прикольно. Правда, здесь очень людные места, просто сегодня будние дни, поэтому народу не так много. Вон там, кстати, жерех плещется, надо пробовать. А ближе к выходным здесь будет такая толпа, что здесь, блин, встать негде будет. Поэтому пользуемся моментом. Кто-то вот здесь сыграл. Надо проверить. Вообще к вечеру бывает в этих местах, что жерех ходит прям толпой. Его прям видно. Как бы не составляет труда определить, где он именно ходит. Туда кидаешь блесенку. И поперла поклевка за поклевкой. На каждом забросе жерех. О, видели? Не, это не факт, что жерех именно вот это вот сейчас плесканулся. Это и сазан может быть. Да кто угодно может быть. Но рыбы здесь полно сейчас, в это время года. Вот именно здесь, в верхах речки, вот в этих скалистых, рыбы очень много. Здесь и амур, и сазан. Все здесь обитают сейчас. Ну и жереха здесь очень много. Вот еще выше, если к скалам уехать,
Там его вообще немерено. Но там и народу немерено. Он плещется, вот здесь стоит. Непонятно только, кто это плещется. Думаю, если был бы это жерех, уже бы схватил. В общем, пока я сюда шел, там уже люди приехали, обосновались. Так, ну ладно, сейчас здесь на перекате не получится половить. Сейчас вот здесь попробую, выше переката. Да-да, нет-нет, да пойду обратно. Туда к себе. Здесь, в принципе, тоже кто-то плещется. Сейчас, может быть, и здесь поймаем. Ну что, пойдем попробуем. Да, было бы неплохо прямо туда в перекат побросать. Там прям закидушки уже стоят. Решил под шумок проверить несколько своих приманок, которыми я практически ни разу не пользовался. Это вот заказанные с AliExpress цикады. Вот такая маленькая вертушка. Это я где-то здесь покупал такую цикаду мизерную. Ну и безотказная вертушка Maps. Не знаю, с чего начать даже. Глаза разбегаются. Наверное, давайте попробуем сейчас бросить эту цикаду с AliExpress, которую я заказывал. Так я их и не проверил толком, что они из себя представляют. Вот такую вот возьмем, зеленую, цветастую. Так, за первую дырочку подцепим. Для начала. Ну, посмотрим сейчас, как жерех будет реагировать на них. Но летит она, конечно, сказочно. Очень далеко. Ну, что это было? Не понял даже. Сильно углубляется. Ну-ка, давайте следующую попробуем. Вот как раз вот в таком месте есть возможность проверить, какая приманка лучше работает. Давайте вот такую красно с белым попробуем. Тоже с AliExpress штуковина. Пробуем. Ну, тоже трясется, конечно, бешено. Вот здесь они прям все толпой стоят. Блин, не хотят брать. Почему он не клюет, непонятно. Правда, здесь малька, конечно, полно. Так, давайте теперь перейдем к снастям подороже. Вертушка какая-то оригинальная. Фирмы не помню. Ну, что-то, короче, дорогое это. Из дорогого. Не дешевка.
Тоже игнор, что ли? Да ладно. Видимо, тесты придется повторять вечером, когда он клевать начнет. Вот здесь вот прям в течении на мели стоят они. Их видно. О, есть. О. Непонятно. Мелкий, крупный. Дергает вроде бы неплохо. Я подумал, сейчас одного себе нормального поймаю на вечер пожарить, чем всякую фигню кушать. Вот, кстати, вот этот как раз мне подойдет. Да? Нормальный. Сейчас пойду садок принесу, посажу его в садок. Ну что, пока китайские снасти проигрывают оригиналам дорогим. Сюда его на течение положу пока. Пусть полежит. Попозже пойду. Ну, если сейчас чуть крупнее поймаю, то этого отпущу. Здесь только что поклевка была. Подергал, подергал чуток. Я сейчас вытащу, наверное, их все, чтобы они зря не путались, не стояли. Лучше уже закину на нормальную кукурузу. А, что творится? Надо будет их притапливать, чтобы так сильно водоросли не собирали они. В общем, решил я этого жереха выпустить. Чувствую, что вечером я все равно крупнее поймаю. Давай, плыви. Я почему-то в этом прям уверен. Пока все равно я заниматься этим не буду. А потом мы поймаем и приготовим. Принес мне, в общем, мужик за жереха кукурузу. Но она, блин, недоваренная. Она прям сильно недоварена. Сейчас, в общем, я ее буду доваривать. Чуть-чуть покипячу. Потом закрою, оставлю. Пусть еще настаивается. Потому что чересчур она жесткая. Такая мне не пойдет. Ну, вот такого плана карасики. Один за одним. Удочка сложилась что-то. Вот такой вот. Во. Да, ветер порывами. То как дунет, дунет, то затишье. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, ну, пять. Сейчас поставлю назад большой поплавок, чтобы поклевки поснимать. Потому что на этот поплавок я реально не сниму поклевку. Ну, смотрите, он маленький какой. Чтобы его в кадр поймать, это надо долго мучиться. Вот какой. Карась. Продолжаем. Блин, сразу же берет. Практически весь вот такой стандартный.
Блин, ветер не дает рыбачить, а? Дует и дует без остановки. Я уже сижу, пережидаю, ничего не делаю. Ну, дует и дует. Никак не прекратится. Не знаю, пришел. Чуть побросаю ратлины. Может быть, жереху пофигу на ветер. Ну реально, конечно, блин. Такие порывы, это вот сейчас еще ничего. Только что так дуло, там у меня, блин, все уносило. Ну, здесь в этих местах частенько ветер. Блин, есть поклевка. И, по-моему, неплохой взял. Тянет нормально так. Да, видать, крупненький. Да, ничего. О, вот это хороший. Вот это, я понимаю, жерешок. Так, сейчас мы его определим в садок. Этого паренька. Вот это уже пойдет. Ну что, продолжим. Если крупняк будет клевать, в принципе, можно будет пару штучек поймать. Домой забрать. Надеюсь, что будет. Уже вечереет. Думаю, поклевки должны быть. Есть. Кто-то есть. Блин, что-то я забыл взять. Узкогубцы свои, чтоб вытаскивать. Ну и мелочь пошла опять. Вот такой головастик. Хорошо, мужика нет здесь. Он бы сейчас сказал: отдай. А он так еще интересно этих карасей ловит. Блин, ну я не знаю сколько, блин, один за одним. Закинул, вытащил, закинул, вытащил. Когда у него срывается, он еще так сильно огорчается. Доварил я кукурузу, в общем. Было бы неплохо нормально поставить донки на ночь. Блин, чувствую, из-за этого ветра смысла не будет. Не, я все равно, конечно, переставлю сейчас, чуть попозже. Надеюсь, что, блин, и кого-нибудь типа сазана амура поймаем. Ну, так хоть по ветру, хоть жерех клюет. Вообще у меня в планах было, конечно, сейчас сесть карасиков, потягать. Удочку сделал нормально. Есть поклевка. Но ветер не дал. Так, кто там? Да ё-моё, ну что такое? Откуда вас там столько малышей? В детский садик в какой-то я попал здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что делаешь? Так, гуляй. Я говорю, вот когда ветра не было, их прям видно было вот здесь на мели. Ну как, их самих не видно, а видно, как вот от них идет вот так волна, да,
поднимается, вода вздыбливается, и вот их здесь прям тьма. Но они не хотели брать, я прям по ним таскал, там по спинам стучал. А вот сейчас начали уже хватать. По мне бы лучше, конечно, крупный хватал. Ну, сейчас подойдет крупнячок. Может быть, мне побросать не сюда, а чуть ниже переката, где глубина идет побольше уже. Ну-ка, давайте попробуем. Может быть, здесь крупнячок сидит. О, есть. О-о-о-о-о-о. Вот это, походу, крупнячок. Это, конечно же, не точно. Потому что на течении все крупнячками кажутся. Да, нормальный. Ну как, не крупный, конечно. Не огромный. Но такой пойдет. Блин, что ж вы так заглатываете? Ну все, похоже, жерех наелся, ратлинов. Сейчас пойду закидушки переставлять. Кукуруза там уже запарилась хорошенько. Сейчас будем охотиться на сазанов. Конечно, здесь мелковато, но возможно, все равно возможно. В общем, закидушки вытащил. Везде вот так вот трава нависает, прям очень в больших количествах. Да, это, конечно, блин, так себе перспектива. Но здесь, конечно, и мелковато. В общем, я большую ставку на донки не ставлю, но все равно не теряю надежды. Так что я и сейчас буду перезабрасывать, и попозже, наверное, еще разок перекину. Ну и с утра, разумеется. Пока, в общем, думаю, надо пробовать. В общем, закидушки переставлены. Все, здесь думай, не думай, жди, не жди. Сейчас пораньше, как только солнце сядет, лягу спать, чтобы пораньше встать. Надеюсь, что с утра ветра не будет особо. Удастся нормально порыбачить. В общем, с утра продолжим мы. И жереха, и карася, и донки. Посмотрим, может быть, сегодня непогода была. Хотя как непогода, жерех клевал, карась вообще бешено. О! Как вы чувствуете, как, когда ветер закончится? Уже хотел спать, ложиться. Ну блин, ветер чуть подстих. И рыба просто шоу здесь устраивает. Вот здесь на этом мелике, да, казалось бы. Просто я не знаю, сколько рыбы. И мелкая, и крупная. Плещется все, аж наиграет вот здесь. Вообще так классно наблюдать. Я сейчас сидел просто тихо. Это вот напротив меня особенно, где я сижу. Вообще там просто шоу. А сейчас
Вот сюда я начал подходить, думаю, с фонариком посвечу, какую-то рыбу увижу, здесь все равно. И здесь как ломанулись отсюда, прям толпа какая-то. Не знаю, что за рыба. Я уже, блин, пришел со спиннингом. Просто проверить, возможно ли вообще такое, что жерех вот так вот ночью клюнет. Если я, допустим, вот так фонариком буду подсвечивать. Правда, он у меня подразрядился немного. Шесть утра. Пойдем посмотрим, что там у нас на перекатике творится. Донки промолчали. Никто так и не клюнул. Я подозревал, что так будет. Видите, рыба играет. Рыбы много, но в основном здесь мелкая ходит. Но я их, наверное, даже перезакидывать не буду. Я их просто сейчас уберу и все. Может, а смысла нет. Будем ловить рыбу, которая ловится. Блин, рыба есть, вот она. Опять-таки этот мелкий, наверное, жерешок. О, есть. О. Ну вот либо совсем мелкий, либо вот такой. Ну, тоже не крупный. Да ё-нибудь. Тоже это. Ну, мне на одного-то пойдет такого пожарить. Приготовить, покушать. Но у меня уже есть такой один. Так что. Мне он не нужен. Да, карася здесь, конечно, вообще немерено. Я его как бы не забагрил сейчас. Вот здесь видите, что творится. Арты подняли кверху. Из поверхности прям собирают. Что они там собирают, не знаю. Но что-то собирают. А вот здесь жерех стоит. Куча тоже. Который не клюет нифига. Даже с утра. Ну вот почему он не клюет? Вот он же он, я вижу его. Вот здесь вот. Вот здесь прям. Ой. Здесь, видимо, мелкий жерех подошел. Просто я на мелкого жереха приманки особо не могу бросать, то что ветер сейчас. Такой не крупный. Я увидел, что здесь жерех начал играться, гонять малька, решил бросить блесенку. Давай гуляй, блин. Да, вот я попал на рыбалку-то классно, а? Вон, смотрите, два карася плавают, хоть бы что, ничего не боятся. Ратлин мимо них таскаю, такие уставшие.
Блин, вроде бы не крупный, а сопротивляется-то. Фиг вытащишь. Ну, вот такой нормальный красноперый. Пойдет, хоть таких парочку возьму домой. Нифига себе попер. Прямо вот здесь на течении взял. Я все хожу-то вот здесь на перекате ловлю. А этот прям на течении вот здесь на стремнине хапнул. Я нифига понять не могу, какого он размера. Вроде бы с виду не крупный, но почему он так тянет хорошо из-за течения, наверное. Ну, нормальный. Хороший жерех. Вот это хороший жерех. Во! Вот это уже кабаняра. О! Какой! Оба-на! Вот это да! Ну, наконец-то, блин! Вымучил я все-таки жереха себе крупного на обед. Сейчас маленьких отпускать буду, тех поменьше. Надо же, я не думал, что он такой крупный будет. В воде-то он смотрится мелким. Смотрите. Оба-на! Ништяк. Так, ну чё, рыбачить здесь можно просто бесконечно. Карась, жерех, только так дербанят, можно ловить и ловить, в общем. Ну я что подумал, я уже в принципе подсобрался, поеду домой, хватает с меня рыбалки, ну сколько можно, то можно просто бесконечно, говорю, сидеть. Ну сейчас еще посижу часик-два, наверное, так чисто отдохну, на воду посмотрю, воздухом подышу, а то я аж на выдохся с этой рыбалкой. Ну и все, поеду домой, а вам спасибо за ваши комментарии под прошлыми видео, все прочитал. Спасибо вам огромное за ваши пожелания и так далее. Ну а я сейчас на обратном пути заеду, куплю кукурузу, если там открыто. И все, через пару дней двинем вниз по течению за крупняком. Может быть и сюда как-нибудь еще вернусь, порыбачу, не знаю, посмотрим. Но дальше в планах низа, охота на крупняк. Все это вы увидите в следующих сериях. Все, всем отличного настроения. Пока-пока, друзья.